Какой была бы Молдова, если бы здесь у всех были равные права? Молдова, в которой люди довольны уровнем доступного всем образования, довольны качеством медицинских услуг, в которой за труд полагается достойная оплата. Какой была бы Молдова без коррупции? Хотим жизнь в нормальной стране. Хотим строить будущее в Молдове. Хотим, чтобы страной правили грамотно. Возродим Молдову вместе. Партия «Ренаштере Возрождение». Сила, которая объединяет.